Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений. Вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас PCP-винтовка от компании Doberman Alpha Bullpup 5,5 мм. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Образец произведен компанией Doberman и относится к PCP-пневматике. Выстрел происходит благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре. Отслеживать уровень давления можно благодаря манометру, который находится на дульной части винтовки. При покупке данного товара следующие вещи входят в комплектацию. Во-первых, я наблюдаю один магазин барабанного типа на 7 патронов. Далее идет 2 заправочных штуцера и, конечно же, инструкция на языке производителя. Стреляет винтовка воланчиковыми пулями калибром 5,5 мм. Через нарезной ствол в одиночном режиме. Для воспроизведения выстрела винтовку необходимо взвести, и мы готовы к стрельбе. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, он находится чуть выше спускового крючка. Корпус выполнен из металла, а ложе из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему образцу в районе 2 кг 100 грамм. На верхней части корпуса мы видим планку Viver 22 мм, куда можно и нужно устанавливать оптику, как это сделал я. На нижней части корпуса присутствует та же планка, и туда можно установить, например, сошки. Общая длина обозреваемого товара 500 мм, из них 250 это длина ствола. Объем ресивера 204 кубических сантиметра. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает до 250 метров в секунду. Для российских пользователей винтовка продается ослабленно с разрешенной мощностью в 3 джоуля, что полностью соответствует правилами Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Говоря проще, для того, чтобы приобрести данную модель, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку, а еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили за интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная винтовка, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!